Всем привет, ребята! Это шахматный камбэк. Ну, пока вы не видите шахматную доску, но вот вы Уже видите. видим, да, соперник из Афганистана. Я предлагаю в этой партии сделать первый ход коня 6. Да стой, не надо. Никит, ну дай мне управление. Ну давай Е5, это отложенные... Я профессионал. Отложенные центральные гамбиты. Я профессионал, стоп. Ты нарушил все мои планы, ну ничего. Сейчас слон на b7 отлично разобьется. Вот смотри, я был слон b7 сразу. Нет, стоп, ты не понимаешь. То есть тончайшую идею не дать белому Да. прокировать. К сожалению, я думаю, что белый рассмотрит возможность рокировать в другую сторону. Нет, грамотно линия. Не вообще никуда не рокировать. Ух. Детка. Заносим? Давай, заноси. Я давай управление мне, потому что более идиотскую жертву я не видел, наверное, за всю свою шахматную карьеру. Пешка на А7 слаба. Да, все слабо, как бы. Кстати, ферзь А7, я думаю, самый сильный ход. Он просто добивает на месте. F6 это жуткий ход. Ну а какой бы ты сделал, скажи мне. Ну согласен. Жуткий ход был ладья Б2. Зато у нас слон. Слоны у нас просто герои. F6 по сравнению с ним. Ух, как больно. Чем он боль-то? Ферзь Е8, во ферзь Е7. Сейчас, погоди. В некоторых вариантах мы все-таки добираемся до его короля. Давай так попробуем. Тут есть очень такая забавная ловушка, которая не работает. А я пока съем витаминку гексавит. Ну что ж поделаешь. Да, кстати, заключил с нами производитель этих препаратов контракт. Так что теперь мы должны рекламировать. В каждом своем выпуске очередное бесполезное лекарство. Смотри, какой удар, Кирилл. Слон c4. Да. Красиво. Неожиданно черт видимо побеждает. По крайней мере, выигрывать ферзя. Ну, или дают мат. Как ты думаешь, что именно? Ну, уже все, уже мат на доске. Привет. Это был шахматный камбэк, ребята. Стоп, а король... А, король c1 нельзя еще? О, боже. Ну, то есть король один вообще единственный ход легальный. На а3 подбой, на c1 подбой. Всем спасибо за внимание. Всем спасибо. Да.